И в завершении выпуска о спорте. В Краскове провели чемпионат городского округа по вейкбордингу. Вид спорта еще молодой, но с каждым годом он приобретает огромную популярность среди молодежи. Так свои силы и навыки в этом водном виде спорта решили показать участники со всей страны. Это только кажется, что встать на водные лыжи, плавно проехать по воде и сделать несколько сальто легко и просто. На самом деле, вейкбординг считается одним из сложнейших видов спорта, приравнивающихся к акробатике. Прежде чем выполнить элемент на воде, спортсмен тщательно отрабатывает его на батуте. Роман Оводов – один из фаворитов соревнований. В этом виде спорта он уже 11 лет, имеет множество наград. Как признается молодой человек, он пытается использовать любую возможность, чтобы покататься. Этот спорт очень развит во всем мире. На нем можно кататься где угодно, поэтому, в принципе, он не имеет границ, и ты как путешествуешь, то есть ты ездишь куда-то, и, соответственно, ты смотришь страны разные, ты общаешься с разными людьми, ты повышаешь свой уровень. Показать свой уровень, заявить о себе, побороться за призовой фонд и просто приятно провести время приехали участники из Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы. Среди них не только профессионалы, но и просто любители водного вида спорта. Сегодня на наших соревнованиях присутствует 30 участников. Это достаточно много, я считаю, для первых соревнований. И очень значимые спортсмены. У нас присутствуют чемпионы России, неоднократные чемпионы Московской области, также и Москвы. Отбор спортсменов проходил по четырем категориям – мужчины-любители, женщины-любители, мужчины-опенмен, то есть профессионалы, а также юниоры до 19 лет. Участник допускается к заездам только в том случае, если имеет вот такой защитный шлем, спасательный жилет, фирменную майку, а также страховой спортивный полис. Оценивали участников маститые спортсмены Алан Сынакоев, Мария Попова, Алиса Фиалка и Лев Соленов. Организаторы заявляют, этот турнир точно не последний. Мы этот спорт хотим сделать доступным и ведем именно концепцию спорта, а не развлечения. И у нас три раза в неделю работает бесплатная детская секция на объекте. Мы отбираем самых талантливых, самых перспективных. И в будущем планируем, что эти ребята будут выступать под именем нашего парка на международных соревнованиях. Соревнования продолжались до позднего вечера. Призовой фонд в размере 150 тысяч рублей поделили между собой победители в заездах разной категории. Вознаграждение предусмотрено вплоть до 5-го места. Мария Кузьмичева, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.